Закуска из перца и моркови на зиму – один из наших любимых салатов. Получается очень вкусно, ароматно понравится, уверена, всем. Этот салат мне очень нравится тем, что все овощи в нем достаточно крупные, но при этом они хорошо проварены и полностью готовы. Овощи хорошо чувствуются в салате, особенно мне нравится сладкий перец, поэтому я режу его достаточно крупно. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 2 баночки объемом 500 мл. Одну я закатала металлической крышкой, а вторую мои выпросили оставить и съесть уже сейчас. Вот такие у меня получаются заготовки на зиму. Перец сладкий, 4-5 штук. Помидоры 500 грамм. Морковь, 2 штуки. Лук репчатый, 3-5 штук. Масло растительное, 3 столовые ложки. Сахар, 1 столовая ложка. Соль, 1,5 чайных ложки. Уксус 9%, 2 столовые ложки. Количество порций, 3-4. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Все овощи очистите. Очищенный от плодоножки и семян перец нарежьте достаточно крупной соломкой. Мне так больше нравится, но можно порезать и мельче. Морковь нарежьте соломкой, лук порежьте крупным кубиком. Помидоры измельчите с помощью блендера или мясорубки до состояния пюре. В кастрюлю с толстым дном выложите перчик, морковь и лук. Добавьте томатное пюре, соль, сахар, растительное масло, перемешайте и поставьте на огонь. После закипания варите на медленном огне под крышкой в течение 20 минут. В конце влейте уксус и проварите еще 5 минут. Переложите содержимое кастрюли в стерильные банки. Закатайте банки металлическими крышками и оставьте до полного остывания. Затем уберите в прохладное место. Вкусной вам зимы!